Добрый день, дорогие друзья, гости и подписчики нашего канала. Компания Арбат Хомс и я, ее представитель Олеся, приветствуем вас в прекрасной солнечной Алании. Сегодня мы находимся в районе Демиртаж, где расположен наш комплекс. Завершение строительства планируется на декабрь 2022 год. Планировки представлены площадью от 59 квадратных метров 1 плюс 1, а также дуплексы 1 плюс 1 от 101 квадратных метров. Старт цен от 83 тысячи евро, но цена будет меняться, поэтому уточняйте, звоните по нашему номеру телефона, указанному на ваших экранах, мы предоставим вам полную информацию. Видите, строительство данного комплекса продолжается. Возведено уже 6 этажей, активно продолжаются строительные работы. Сама территория комплекса составляет 3800 квадратных метров. И в инфраструктуру комплекса включены бассейн, сауна, фитнес-центр, детская игровая площадка, паркинг, охрана и видеонаблюдение, собственный оборудованный пляж. Рядом с нашим комплексом есть парк, в котором расположены зона для отдыха, беседки, зона для барбекю. Я приглашаю в наш парк, где расскажу вам более подробную информацию про район Демиртаж. Мы приехали с вами в парк. Красивый, ухоженный, зеленой территории. Буквально в 200 метрах находится наш комплекс. С другой стороны, в 300 метрах находится школа. А также в 5 минутах ходьбы находится центр района Демиртаж. Район находится в 23 километрах от центра Алании на восток. Территориально он следующий после района Каргаджа в сторону Газипаша. Район относительно новый. Природа сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демиртаж считают тихим и умиротворенным районом. Тут нет крупных отелей, шумных туристов. Зато здесь есть замечательные пляжи, хвойные леса и ароматные апельсиновые сады. В этом районе расположены античные развалины Сиедра. Впервые об античном городе Сиедра упоминается аж в середине первого века до нашей эры. А еще в Демиртаж расположен каньон Сападеры. Многие называют это место чудом природы, поскольку красота этих мест завораживает. Еще одна достопримечательность Демиртажа – пещера Дим. В ней можно увидеть сталактиты и сталагмиты. Подытожим. Мы находимся в районе Демиртаж. Это тихий, спокойный, зеленый, умиротворенный район. Здесь представлен наш комплекс с апартаментами 1 плюс 1 и 1 плюс 1 дуплексы. Старт цен от 83 тысяч евро. С роскошной инфраструктурой в комплексе, а также в этом районе цены пока очень доступные, но качество постройки очень высокое. Такое же, как и в других районах Алании. Кого заинтересовало данное предложение, кого заинтересовал наш роскошный комплекс, пожалуйста, уточняйте всю информацию, указанную на ваших экранах ниже. А я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго, до встречи, пока-пока!